Видишь его? Нет, ничего не вижу. Может, ушел? Тихо, ищи давай. Не увидят, не застрелят. Ладно, ёжик, хочешь новые зубы? Внимательней! Что там за хрень творится? О, черт! Не тупить! Ищем! А? Обыскать все! Блин! Пофиг, не мои проблемы. Может, тут еще кто-то? Ищите и будьте осторожны. Делать мне больше нечего. Всем глядеть в оба! Вроде засёк. Пойду разберу. Не зевать! Не расслабляться! Так, нашел я твой файл. Честно скажу... Дела хреново. На тебя натравили лучших устранителей. Тех же, что на меня охотятся. Блин, у них даже моей биометрики нет, а все равно находят. А теперь ты им понадобился. А через 10 лет? Почему? Не знаю. Но надо понять, в чем дело, перед тем, как начать планировать побег. Инфы, правда, мало. Знаем только, что устранители нашли тебя в Бомжуйске. Ну, вряд ли я туда вернусь. Что делать-то? Есть идея. Я тебя забираю и переходим к фазе 2. Не говори так, а то у меня начинается паника. Паникуй сейчас, пока есть время. Ты у нас раскрутишь устранителей. Нет. Рэй, нет. Мне пора. А то сейчас тут будет шумно.
видел его вон там. Здорово! Все что угодно, на любой вкус. Не пожалеешь. Чем порадуешь?
Похоже, мы недооценили патруль Полни. Они обзавелись модными железками. Даже в сети ОС влезли. Мы засекли одну тачку, которую они используют для взлома. Но есть проблема. Обожаю проблемы. Выкладывай. Дело вот в чем. Они могут спалить оборудование удаленно, пока ты находишься в радиусе действия их системы. Что помешает им это сделать, как только я сяду в машину? Скорость. Не тормози, и они не смогут на тебя навестись. Педаль в пол, значит. Это я умею. Все в порядке, груз доставлен. С колледжа так не гонял. Да, веселые были деньки. Хочешь поделиться? Пожалуй, нет. Мы разберем тачку по винтику и выясним, как они подключались. Спасибо, незнакомец. Не за что. Если будет еще такая работенка, только скажи.
Докажи, что дело стоящее. За твоей старой норой следят. Если приманишь этих козлов, отследим их до самого логова. Да-да, не пойдет. Обсудим все, что тебя парит, по дороге. Готов? Нет. Славно, вперед. А если кто появится, что делать? Будь собой. Главное, не спугнуть их. Быть собой — понятие относительное. Ты же меня знаешь, я от людей шарахаюсь, как от чумы, от бандитов тем более. Да уймись ты. Мне нужно время, чтобы ломануть их и найти что-то стоящее. Ты идешь, я слежу. С чего ты взял, что у нас получится? Они тебя не упустят. Они знают, что ты тусил в бомжуйске. Сам ты бомжуйск. Так, ты ловишь устранителей, а я наживка? Ты самое главное в моем плане, чел. Ага, понял. А если они закипишат? Этого-то нам и надо. Точнее, мне. Я нанесу удар первым, а если сольются, буду за ними следить. Доверься мне. Ха. Что? Повторяю. Ха, ты... Это из-за тебя я теперь никому не доверяю. А из багажника кто тебя вытащил? Ну, да, ладно. Вот. Но почему так долго? Так, хорош, дальше играем в молчанку. Запросто. Но в твоем плане есть пара... Ладно, не слушай меня, никто не слушает. Давай, чел. Ага. Иди себе тихонечко. Ага. Все пучком. Все пучком. Увидишь их? Да. Помни, я тут. Ага. Ты понял? Да. Мы их ловим. Да. Скажи. Мы их ловим. Мы их ловим. Мы их ловим. Тобиас. Да. Заканчивай, или они поймут, что мы их ловим. Да. Это слишком близко, Рэй. Так увидят. Мне этот тип. Подозрительный он. Похоже, частный сыщик. Не наш случай. Тихо. Это звучало гордо. А сейчас всем друг на друга насрать. Каждый занят своим делом. Да мужик на скамейке на меня пялится. Какие-то типа мероприятия устраивали. Просто рабочий сел перекусить. Шагай, фрюер. Да он просто друзей ждет. Выдыхай.
Только не психуй, но за тобой хвост. Не психую, не психую. Эй, друг, найдется мелочь для ветерана? Я что, очень похож на человека с деньгами? Да ладно. Эй, не будь таким козлом, а? Мне надо-то совсем немного. Блин. На него ничего нет. И на твоего кореша-бомжарика тоже. Ты особенный, что ли, а? Отстань от меня! Приперся в мой дом без приглашения. Это не твой дом, это улица, блин. Пусть свалит, наконец. У нас нет времени, фрюер. Отвалите, пока не огребли. Огреб? Ты... Вот из-за таких Америка в жопе. Всем на всех насрать. Чудесная беседа. Спасибо. Пока-пока. Фрюер, берегись! Открывай дверь и выходи! Все чисто! Все так говорят под дулом пистолета. Фрюер, тут никого, кроме меня! Да-да, и так тоже говорят. Фу, блин, времени мало. Твою-то мать! А вот и кавалерия. Телефон отследить не успею. Фрюер, помогай, блин! Камеры, Рэй! Я установил на них пушки! Черт, это круто, Фрюер! Какого хрена? Я дождал максимум двоих. Все это ради Фрюера? Гранаты около этой хреновины! Да, это я что-то не подумал. Да ты чё? Вот, блин, я ты уверен, что тебя не штрафанул? Да, про это место все предпочли забыть. Еще раз. Посмотрим, что и как. Вдруг повезет.
победа. Надо держаться поближе, отслежу его GPS. Гляну, где он был. Устранителей на одного бедного фрера. Да, он псих, вооруженный, но тут же целый батальон. Не понимаю, в чем дело. Надеюсь, этот парень мне поможет. Давай, в темпе. Черт, он уходит! Похоже, он чуть более чем дофига раз мотался на одну стройку. Вообще без палева, ага. Похоже, я узнал, где они засели, фрюер. Ты как, воздухом подышать не хочешь? Ну, ладно. Встретимся в Квинке. Ты ешь это говно? Да выбора особо нет. Власти следят за нами, а продуктовые талоны — их уловка. Так что пока я живу на пожертвования. Ясно. Квинки. До встречи. Посмотрим, что у нас тут. Здравствуйте, меня зовут Шарлотта Гарднер. Я представляю корпорацию Bloom. Как вы знаете, после того, как наша компания ввела в строй CityOS, уровень преступности в Чикаго резко снизился. В прошлом году Эйден Пирс организовал атаку на CityOS, но не смог преодолеть нашу защиту.
Сегодня мы, в сотрудничестве с полицией Чикаго, предлагаем награду в $100,000 за информацию о том, где скрывается Эйден Пирс. Помогите сделать Чикаго безопаснее. Спасибо за внимание. Да в задницу вашу безопасность. Блюм хочет завербовать весь город. Пирсу придется нелегко, а если они найдут его, найдут и меня. Буду держать ухо востро и попытаюсь уладить все это. Услышать, как голова лося говорит моим голосом. Стоит этим заняться.